Уважаемые друзья, мои зрители, все-таки я набрался смелости и вышел за территорию своего отеля. Сейчас вот гуляю по улице Бели-Диесси, регион Кемер, Бели-Диесси. Вот флаг Турции. Сейчас просто погуляю часочек, и потом после прогулки по улице Бели-Диесси я вернусь в свой отель, и мне нужно будет посетить инфовстречу с моим туроператором. Он расскажет про экскурсии, какие можно заказать, информацию до нас доведет. Здесь вот машины ездят, обычная улица. Вот там вот гора Тахталы, гордость Кемера. Там вот подъемник. Солнечная погода, солнце светит. Куча магазинчиков здесь всяких разных. Ребята турецкие прям стоят, зазывают к себе, чтобы купить что-нибудь там или какие-нибудь турпутевки. Такие ребята активные прям. Вот, очень красивые горы, да, на горизонте. Ну, такая вот улица, тихо, спокойно, не то что в Москве. Движение на дорогах не очень такое интенсивное, хорошо. Вот, кожа, дубленки, меха по-русски написано. Это такой маленький поселок на берегу Средиземного моря. Собачка отдыхает, лежит. Греется на солнышке. Хорошая собачка, хорошая. Хорошая погода солнечная. Сегодня 27 апреля, четверг. Мне еще пятницу, субботу целую здесь находиться в Турции, в этом отеле. А в воскресенье к вечеру нужно уже собирать вещи и обратно в Россию, в Москву летать. Одни магазинчики разные для туристов, всякие сумки. Это я себе, получается, сейчас устроил самостоятельную экскурсию по этому поселку. Просто выбрался из отеля и хожу, снимаю на улице видео. Пока все нормально, никто на меня не ругается. В общем, хожу спокойно, снимаю свой видеоблог из Турции. Я думаю, мои друзья, вы очень рады, что вот я выбрался из Москвы. Нормально поснимать что-нибудь. Вот смотрите, цветы какие здесь. Очень красивые цветочки. Это розы. А это трактор. Настоящий трактор. Катается на тракторе. А это банк. Здесь деньги снимают. А это памятник Ататюрку. Такая площадь. Очень красивая, смотрите. Кемер, Бели-Диесси. Такой вот памятник. Тут прям гора такая на ладони.
Тут что интересно, есть на крышах батареи солнечные. Что значит 21 век в Турции? Солнечная энергия. Энергия солнца. Видите, на крышах есть батареи солнечные. Такие прямоугольные пластины, это солнечные батареи. Александр Фоломкин снимает свое видео в Турции, гуляет вот в поселке. Сейчас я буду уже потихоньку обратно в отель идти. Мне нужно на инфококтейль, на встречу с туроператором, с тургидом. Он нам расскажет, там информацию даст. Ну такой нормальный поселок, интересный. Пойду я обратно в отель.